Очень важно, какие сигналы, значит, видит наш партнер. Кто-то находится в конструкции, что его вполне понятно по его сигналам. Кто-то находится в конструкции, что он так замечательно играет роль. Значит, что все справляются в полном восторге. Ну, то есть Станиславский кричит: «Верю, верю, верю, верю». Вот. Значит, человек интерпретирует вас мозгами, которых у вас нет. Играете вы роль, не играете, он интерпретирует вас не так, как вы думаете. Что он вас да. Поэтому очень важно не просто интересоваться, там, как бы, что он думает, что он чувствует, а что он вас видит. Вы вообще для него кто? Вы где? Вы что? Ну, как бы, где я что-то сделал не так? Значит, ну вот в чем оно состоит? Или что я делаю хорошо? Вот у меня маленький вопрос. В какой момент, когда я делаю что-то, тебе хорошо? В противном случае нам кажется, что мы, ну, выполняем, играем соответствующую роль.